Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Ну что ж, раз в пять лет тверичане выбирают себе народных избранников, депутатов городской думы. Кому и зачем они нужны? Отвечу так. Надеюсь, пригодятся всем жителям областной столицы, но в первую очередь тем, кто активен, кто готов к диалогу, кто заинтересован в совместной созидательной работе. Второй вопрос, кто эти люди? Я имею в виду народных избранников. Об этом подробнее скажу ниже. А пока давайте о свершившемся. 11 сентября Тверь сделала свой осознанный выбор. 25 мест в городском парламенте заняли старые и новые депутаты Думы. Отныне это сплошь одномандатники. Поясню. Спустя 10 лет Тверь вернулась к мажоритарной избирательной системе, которое действовала в нашем муниципалитете до 2012 года. Ну а последние 10 лет городской парламент формировался по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. То есть 17 депутатов Городской Думы избирались по партийным спискам, а 16 депутатов по одномандатным округам. Теперь же все проще и понятнее. Мандаты распределяются только среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей в своем округе. При этом надо сказать, что количество городских депутатов сократилось с 33 до 25, каждый из которых будет представлять конкретную территорию, на которой проживает в среднем ну, чуть больше 12 тысяч избирателей. Ну а срок полномочий народных избранников остался неизменным 5 лет. Избирательная кампания прошла без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Относительно пристойно вели себя и те, кого принято назвать оппозицией. Хотя тут не без шероховатостей. Ну и их конкуренты, а повторяющие партию большинства. Главный общероссийский итог этих выборов в том, что «Единая Россия» заметно отыграла свои позиции. Видимо, как сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, партийцы сделали выводы и провели работу над ошибками. Ну и в традиционно сложных для партии административных центрах на выборах городских Киевские думы единороссы суммарно взяли 81% мандатов. Пожалуй, сложнее всего прошла кампания в Кировской области. Там борьба была высококонкурентной. Единая Россия получила 23 мандата из 36, получив более 64%. Ну и схожая ситуация была в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке. То есть в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Государственную думу. Сейчас же Единая Россия выиграла с большим отрывом. Партия продолжила тенденцию обновления пула своих кандидатов многие впервые участвовали в выборах. Ну и вот в Твери из 10, 10 из 25 депутатов не работали в прошлом восьмом созыве. То есть, условно говоря, новички. Хотя некоторые из них уже поработали депутатами ЗАГС собраний и были в прежних созывах городской думы. Вообще говоря, обновление не должно быть самоцелью. И вовсе неплохо, а даже хорошо, когда на непростую законотворческую работу приходит человек с опытом, подготовленный. Прошу не путать за костенелом. В новом составе Тверской городской думы явно выделяется блок врачей, в той или иной степени представителями этой Профессии являются аж 8 депутатов. Но есть и профессиональные спортсмены, бизнесмены, педагоги, руководители средств массовой информации и другие. Ну а теперь давайте, пожалуй, о главных особенностях прошедшей кампании в Твери. Я бы выделил три момента. Первый. Впервые городская Дума будет монопартийной, то есть все мандаты теперь у представителей Единой России. Вторая особенность. Это то, о чем я уже сказал. Все депутаты теперь одномандатники, и их стало меньше на 8 человек, чем в предыдущем созыве. Ну и третий самый сложный момент. Явка избирателей была на низком уровне. На выборах Тверской городской Думы она составила около 12,5%, а вместе с дострочкой 17,5%. Вот это обстоятельство вызвало хоть и вялую, но все же некоторую реакцию в стане проигравшей и, наверное, обиженной оппозиции. Кое-кто даже попытался, что называется, помахать после драки кулачками, увещевая, что, мол, как бы явка была больше, то и результаты для вчистую проигравшей стороны не были бы столь печальными. Но, как показывает опыт, все как раз наоборот. Дело в том, что оппозиционный электорат традиционно более мотивированный, если хотите, заядлый. Эти люди как раз все как один стремятся прийти и либо выразить свое, так сказать, фи партии большинства, либо кто-то действительно стремится поддержать своих кандидатов. Почему нет? А сторонники большой партии часто считают, что их кандидаты, дескать, так пройдут, и нечего тратить время на посещение избирательного участка, а лучше, к примеру, уехать на дачу, дособирать да яблоки. Так что можно констатировать обвальную сдачу позиций различными альтернативными партиями и разочарование в них со стороны электората. И причину такого поражения им лучше поискать не в стане большого оппонента, а в своих рядах. Дело в том, что при мажоритарной системе выборов муниципального депутата особую роль играет не его партийная принадлежность, а его личность. И вот с этим, пусть не обижаются, но у позиционеров по большинству округов были явные проблемы. Часто баллотировались, может, и хорошие люди, но мало кому известные, не зарекомендовавшие себя серьезными делами на благо города и его жителей. Я прочитал несколько их предвыборных брошюр, и знаете, когда человек в разделе ⁇ Мои достижения ⁇ пишет, к примеру, ⁇ Имею права категории Б ⁇ или ⁇ Увлекаюсь выращиванием овощей на даче ⁇ то это, ну вы понимаете. Очевидно, поняли это и избиратели. Вообще говоря, самая конкурентная борьба развернулась скорее не между теми же справедливоросами, ЛДПР, КПРФ, новыми людьми и Единой Россией, а скорее между самими же единоросами в ходе праймерис. Ведь если абстрагироваться от партийной принадлежности и рассматривать самих кандидатов, то несложно заметить, что политических тяжеловесов, людей известных, ресурсных, в стане партии власти значительно больше, как и в целом выдвиженцев. Мне сейчас многие задают вопрос, как отразится монополия Единой России на работе Думы. Я отвечаю, что все будет зависеть от того, насколько заинтересована, энергично, профессионально отработает новая команда. Давайте скажем честно: оппозиция в прошлом составе была в меньшинстве, занимала позицию типа всегда против большинства. Но это почти не влияло на работу законодательного органа. Это, как знаете, если к большому грузовику прицепить на веревке пустую консервную банку, то она будет на ходу брякать, подпрыгивать на кочках, но сколько-нибудь существенно затормозить машину не сможет. А если ее отцепить, то сама эта банка точно не поедет. Так вот, чаще всего оппозиционеры требовали увеличения финансирования на нужды ЖКХ, увеличения зарплат, многомиллионных расходов на инфраструктуру города. Но только когда вставал вопрос, где взять эти средства нашему бюджетодефицитному городу, то тут в ответ была либо тишина, либо какие-то витиеватые измышления, не имеющие реальных перспектив. При этом кто же спорит с тем, что у нас масса проблем, требующих решения, что нужно развивать экономику, расширять налогооблагаемую базу, повышать на эти средства уровень жизни. Это ясно как дважды два, и это надо реально делать, а не спекулировать на теме трудностей, не заниматься голым популизмом, лишь на словах, призывая ко всему хорошему и выступая против всего плохого. Конечно, альтернативное мнение тоже нужно. Разные взгляды, альтернативные пути решения проблем все это должно рассматриваться. То есть, разумеется, бронзоветь нельзя. И здесь никто не отменял роли гражданского общества средств массовой информации. Как говорится, на той щуке, чтобы караси не зевали. Теперь каждый избранник закреплен за конкретным округом. Ему верена конкретная территория. Граждане и организации должны активно выстраивать с ними конструктивные деловые отношения. А он должен делать все для того, чтобы максимально эффективно реагировать на все их запросы и наказы. Вот тогда все получится. А уровень городского собрания – это вообще, если хотите, не про политику. Муниципальный депутат – это первое звено взаимодействия гражданина и власти. Это тот человек, который работает, что называется, на земле. И в том в том числе оказывая содействие в обеспечении диалога с другими органами власти по горизонтали и вертикали. Ну а людям, по большому счету, какая разница, депутат от какой партии им двор заасфальтировал или старые деревья спилил? Разница только в том, что одни в основном критикуют и обещают, а вторые что-то все-таки реализуют. В общем, люди сделали свой выбор. И я хочу сказать, что он ко многому обязывает. В Думу пришла работоспособная команда. Большинство новоизбранных депутатов я знаю лично, они хорошо известны и горожанам. Что ж, будем надеяться, что у единой команды дела пойдут лучше. В ближайшее время депутатам предстоит избрать главу города Твери и утвердить структуру администрации. Но об этом поговорим уже в следующий раз. А сейчас всем еще раз спасибо за поддержку. С вами был Дмитрий Нечаев и до встречи.